Так, 9 сентября, Елагин остров, почти 12 часов без 20. И все нормальные люди в этом году уже закрыли плавательный сезон, а я еще даже не открывал. Поэтому вместе с закрытием буду я открывать плавательный сезон на традиционном уже ночном заплыве вокруг Елагина острова. Нравится мне, Миш, как ты качаешь, очень хорошо. Все смотрят тебя, стоят. Сань, так Новый год-то еще далеко. Открытие сезона было жесткое, прямо вот на той стороне хотелось, были мысли вылезти. Ну просто, да. Задубел прям вообще. Ну да. Ну то есть, нет, задубел я в начале, после моста я уже перестал себя чувствовать, а вот на той стороне уже я понимал, что ну как бы энергии очень много расходуется. Мне на той стороне началась деперсонализация. Что? Он понял, что он не Боря. Ты говорил, я Адоль. Как это Миша говорит? Твое тело — это не ты. Нам нужно захватить. Принь. Сейчас вылезу и захвачу Австро-Венгрию. Что камера? Что будет делать? Камера моя будет со мной плыть. Вот. Короче, у нас 15 минут до старта. Тут ливень на улице пошел. Падла, все испортил. Юра сидит. Прячется от дождя. Очень холодно. Слушай, знаешь, это чё, как говорится, чё мёрзнешь, греби быстрее. Да я что-то там греб в какой-то момент быстрее, понял, что все равно холодно. Я вообще вся промерзла. Я извиняюсь, пару раз цепанул. Слушай, да я... Очень страшно, я ж не вижу ни хера. Ты моргаешь, я с тобой. Тебя другого. Ну что, 1:41? Нормально. Для первого раза неплохо. Приехали, оделись в гидрики. Да, 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 такие сфоткались. Налили, сфоткались и убежали. Я только так. Вообще лучше раздеться, так сказать, в ребро коронавирусу. Макс, так тебе и карты в руки. Дима, надо немножко... Борис, как оно? Я к вам с ПП. Я вообще огонь. Я даже Юру тогда в холодильнике как-то мочил. Открывать сезон открытой воды в сентябре — это, конечно, дело интересное очень. В этом году, да, я все променял на велосипед, но ничуть не жалею. Где-то километра за полтора до финиша уже чувствовал, что руки подмерзают и даже ноги немного подмерзают. Вот, было так достаточно сложно, но, в принципе, очень бодренько пробыл пятерку. Каждый раз на ночном заплыве сталкиваюсь с одной проблемой. Это темные очки и маски. На первом километре с небольшим, пока глаза привыкают, вообще ничего не видать. Это достаточно тяжело. И было очень круто. И я прям рад, что выбрался в этом году все-таки на ночной. Получается, открыл и закрыл сезон плавания.